Игорь Николаевич Осипчук, главный тренер команды спортивной школы «Черноморец». Игорь Николаевич, интересная игра, вот честно скажу, как сторонний зритель, особенно второй тайм, парни бились. Второй тайм. Да, парни бились, но вот хочется, чтобы вы подвели, как вы умеете, так емко и подробно результат игры. Не вошли в игру мы с первого тайма. Практически ничего не получалось, ни выход из обороны не получался, ни зацепиться впереди не получалось. Ну и наша какая-то болезнь уже, первые удары по воротам и 0-2. Ну вот. Второй тайм, да, как бы, пацаны пошли вперед, что-то стало получаться, немножко перестроились. Ну, это благодарен, конечно, за битву ту, которую дали во втором тайме. Но могли еще и выиграть. Действительно, битва. А вот что после первого тайма изменилось? Вот мы увидели, что изменилась картинка игры. Но вот не только, наверное, от какой-то самоотдачи и желания. А были еще какие-то перестроения, видимо? Да, перестроились. И то есть вот это дало, да, результат в целом. В целом вы не проиграли. Ну, делали ставку первый тайм на одну игру. Может быть, надо было перестроить по ходу. Но уже не стали, как бы, первый тайм, ничего это. Думаем, в перерыве мы объясним, что как, а потом уже, да, со второго тайма перестроились. Большое спасибо и успехов в следующих матчах. Спасибо. Данил Крот, капитан команды спортивной школы «Черноморец». Дань, подскажи, пожалуйста, что произошло с вами в первом тайме и все-таки что произошло в тайме втором, потому что во втором тайме мы видели совершенно другую команду «Черноморец». Ну, первый тайм у нас вообще не пошел, не настроились и как бы нас додавили. Во втором тайме перестроились тактически и отыгрались. Ну вот, все-таки второй тайм, был ли у вас какой-то еще внутренний разговор? Понятно, есть установка тренера, там задачи на игру и так далее. Вот, выходя на второй тайм, может быть, где-то вы с пацанами просто сами вместе поговорить, что друг за друга биться, потому что мы увидели вот действительно настоящую битву, когда никто после столкновений не лежал, когда все вставали, поднимались и шли вперед. Вот что-то было такое? Ну, конечно, разговаривали в раздевалке, что нужно выкладываться на 100%, так как уже устали проигрывать, 5 игр подряд провели неудачно. И вот вышли во второй тайм, дожали, ну, чуть-чуть не хватило. Да, ну, мы желаем, чтобы этот второй тайм стал продолжением уже такой хорошей серии, которая у вас начнется со следующего тура, поэтому побед вам и успехов. Спасибо. Дамир Бажев, вратарь команды «Спартак Нальчик». Дамир, подскажи, пожалуйста, я знаю, наверное, сейчас тяжело будет что-то говорить, потому что 2-0 вели, и в первом тайме игра получалась у вас, ну, наверное, на процентов 95, да, вы полностью контролировали ход матча. В итоге второй тайм, 2-2, битва классная, честно, вам спасибо, вот обеим командам за эту игру, но хочется, чтобы ты подвел итоги, и в целом, вот, в итоге, почему не получилось выиграть? Ну, да, конечно, мы играли первый тайм очень шикарно, но, не знаю, второй тайм подрасслабились. То есть ты больше ставку, да, делаешь на то, что вы именно расслабились? Или, может быть, где-то не перестроились на тактическое перестроение соперника? Ну, больше расслабились, чем... Ну, и тактика тоже есть, но больше расслабились, и так получилось. Ты в концовке очень здорово сыграл, взял таких два мяча, два удара, которые могли в целом, да, и, наверное, вообще победу «Черноморцу» принести. В целом, помнишь эти моменты? Что чувствовал в них? Там рикошет был, по-моему. Это моя работа, я должен тащить, но я два мяча пропустил. Не знаю, это моя работа. Это твоя работа, это точно. Желаем успехов в следующих матчах и побед вам. Спасибо. Кужев Мурат, главный тренер команды «Спартак Нальчик». Сейчас после вот такого мощного первого тайма, да, и 2-0 в пользу вашей команды, в итоге сейчас мы с вами общаемся уже при результате 2-2. Очень хочется ваши мысли услышать по поводу игры, потому что действительно казалось, что после первого тайма вы и дальше будете развивать свой успех. Ну, мысли такие, что, наверное, их сюда не скажешь. В раздевалке ребятам сейчас сказал. Мы это сейчас обсудили сразу по горячим следам, потому что... Ты
такие игры выигрывать, да, надо? Такие игры надо выигрывать, да. На такие игры при счете 2-0 надо просто дожимать соперника, но нету этих эмоций. Некоторые ребята... Ладно, это другая история. Это останется тогда внутри, у вас да. В раздевалке. Ну, тогда мы не будем... Поднимаем, да, ваше сейчас настроение и так далее. Мы желаем вам побед в следующих матчах и, конечно же, успеха в целом в юношеской футбольной лиге. Спасибо вам за игру. Спасибо большое.